Кухня готова, я почти уже у цели. Вот и скалка в руках, вот и фартук на теле. Тесто и фарш вовремя подоспели. Лепим пельмени. Ай! Гав. Зачем ты гавкнула? На меня снизошло откровение. От кого? От меня самой. Откровение не сходит от тебя! А ты ха... Облака остановились на перемотке пару словесных, пара модных. Кто будет копаться в твоих реестрах? Как хорошо, что я не твоя. Мой пиздатый черный плащик так не думает. Твою мать, тут он прав. Эта сисястая тварь украла его первый поцелуй. Поцелуй. Здесь скользко. Давай ручку. Ручку? О сестре вспомнил, вот и сказал. Ты что, кончала? Бывает иногда. Хотя чаще симулирую. Институт какой заканчивал? Ах. Последнее время случилось столько плохого, что я очень рада отдохнуть. А что ты считаешь плохим? То, что тебя поцеловал Америка. Имя мне цилиметаллическая боевая химера Роза. Во мне горит неудержимое пламя ненависти. Имя мне комбатант номер 6. Во мне сейчас килограмм пельменей и Балтика девятка. Имя мне Алиса, и во мне никто не был, ибо статья. Мы держимся за руки на людях, да еще втроем. Есть в этом что-то запретное. И меня это очень заводит. Рада за тебя, но не от всего. Отпускаю небо, улетаю.
Ну чё, идёшь или воздух пинать будешь? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Я застряла. Чё говоришь? Рот твой, говорю, шата. Color of bark.